Доброе утро! Мы уже приготовили завтрак и приглашаем вас покушать с нами. Вот такое у нас прекрасное утро. Не обращайте внимания, на диване лежит много белья, сушится. Сейчас принесу все в сушку. А здесь у нас пока завтрак. С Александрой одинаково кушаем. У нас бутербродики с авокадо тосты и омлетик с грибочками. Я сделала вместо кофе у меня цикорий с миндальным молоком. Сегодня мы поедем гулять на Манхэттен, устроим там пикник, ну и просто погуляем в первой половине дня. Поэтому оставайтесь с нами и пойдемте гулять по Манхэттену вместе с нами. Я только что вышла из душа, сейчас буду собираться быстренько. Как-нибудь в другом видео покажу, как я собираюсь, но сейчас просто нужно успеть собраться, потому что уже встречаемся с девочкой в 11, а я еще не собрана. Your father's still feeling brave. I understand he doesn't like me, that's okay. Why can't he ever say it to my face? Maybe he's still mad you love me, babe. Все, я собралась, осталось только высушить волосы, одеть Александру и погнали в Нью-Йорк. Кто такая красивая девочка? Платье. Готовы мы с тобой? Поедем гулять? В парк? В Нью-Йорк? Да. Малыш, заходи. Лошадку. Лошадку поедем? Ну да, может быть, покатаемся. Ходим, сегодня прекрасная должна быть погода. Парк хочет? Кто хочет? Александра? Александра хочет парк. Пойдем в автобус. Мы с тобой сегодня в Нью-Йорк поедем, хорошо? Да. Давай. Ой, спасибо, родная. Давай. Собака, hello. Мы с Александром уже доехали до Манхэттена. Сейчас мы зашли в метро. И я специально приехала пораньше, так чтобы в расслабленной обстановке посмотреть, вспомнить былые времена. Моя в обнимку сидит с книжками. Без книжек мы никуда. Вот, поэтому поехали. Сейчас посмотрим. Вообще обычно мне в Нью-Йорке на самом деле с коляской помогают. Не могу, пожалуйста, что я там сама. Я сказать, ни от кого ничего не жду, но люди всегда помогают. Это очень приятно. Нам нужно добраться с восточной части. Точнее, с западной части на восточную часть. Поэтому придется парочку разных веток взять. Очень много живет семей, ну и средний возраст немножко выше среднего. Так, мы переходим на красный свет дорогу, но как весь Нью-Йорк стоит, ничего страшного. И этот район для меня особенно важен, потому что здесь мы познакомились с Чамаро,
здесь находился ресторан, в котором мы работали вместе. Пойдем скорее переходим дорогу. И это мы сейчас на Парк-авеню. Единственная авеню, у которой туда и сюда, она в две стороны, двухсторонняя. Все остальные авеню, они все разносторонние. Александр уже не понимает, что происходит. Мы были только в российской деревне, а тут уже Манхэттен. Большие перемены в жизни. Что не хочет? Кто не хочет? Лео не хочет. Александра, по всей видимости, влюблена в одного мальчика Лео, который с нами ходит на площадку. Ой, она про этого Лео мне уже все уши проела, пока мы были в России. Вчера она его увидела, так улыбалась, так кокетничала. Ну, раз так забавно наблюдать, казалось бы, и 2 лет нет ребенку, а все равно вот понимает ведь что-то там как-то. Очень забавно. Посмотрите на это здание. Записалось в таком готическом стиле. Классно. А это, по всей видимости, музей Гугенхайма. Мы просто подошли уже с задней стороны. Уже дошли с Александрой до Центрального парка. Но идем мы немножко в другой парк. Сейчас вам все покажем. Выглядит сбоку музей Гугенхайма. Просто он такой прям весь супермодерн, современный. Эта улица вдоль 5-й авеню на восточной части Манхэттена называется Миля Музеев. Сначала там Миля Миллионеров, а потом Миля Музеев, потому что практически каждый блок, на каждом квартале есть какой-то музей. Классный парк находится рядом с Централ парком. Это я напишу название музея. В общем, при нем такая небольшая площадка, где вот можно на этой площадке деткам побегать. Очень много сидений, выглядит как будто бы как частное какое-то место. Вот, на самом деле такой лайфхак в Нью-Йорке. Не бойтесь заходить в небольшие места и парки. Спросите, может быть, туда можно. Вот. Как казалось, здесь можно, здесь очень классно. И говорят, что здесь выставляют красивые фигурки. Детям бегать вот здесь по траве, по газонам очень классно. Поэтому у нас такой пикничок. Маленькая зайка. Мы с Александрой забежали уже в Центральный парк. Нам нужно перейти с части East на West. То есть с востока на западную часть. Маленькая собачка, да. Потому что нам так удобно взять метро и доехать до дома. Вот, и на самом деле я так соскучилась уже по Нью-Йорку, здесь так здорово. Мне очень нравится. Какое-то такое ощущение летнего Нью-Йорка, это особенный Нью-Йорк для меня. Наверное, потому что я много лет сюда приезжала именно летом, поэтому этот город у меня ассоциируется именно с этим сезоном. Хотя я очень сильно полюбила здесь и осень в Нью-Йорке. Как-то, живя в Сибири, в России, осень мне не казалась такой красивой, как здесь. Здесь она более протяженная была, более мягкая, более такая, когда атмосферная. Вот, поэтому жду тоже с нетерпением этого сезона. Но, с другой стороны, хочу и насладиться сполна летом. Все муравьишек тут ищет. Ты муравьишек ищешь? Нет. Как хорошо здесь быть. Я все-таки люблю Нью-Йорк. Это особенный город для меня. Когда-то он покорил мое сердце. И для него всегда есть место. Что это? Путь. Травка. Травка. Кать!
Кать! Кать! Вот жизнь в Манхэттене. Это когда ты качаешь на качале, а здесь снимают фильм. Видите, вот какой-то, видимо, из другого века. Снимают фильмы, мы тут подзатесались. И вот маленький тоже, актриса маленькая тоже идет. Сейчас был такой милый момент. Александра мне говорит: мама, спасибо. Просто идет и говорит спасибо. Это было так мило. Да, я практически могу заплакать сейчас от такой сентиментальности. Более мне позволительно в моем положении быть сентиментальной. Еще когда такая рыбка идет и говорит: мама, спасибо тебе. Мама, спасибо. Вот так вот ты сказала, да, маме? Да ты моя радость.